что же, у нас сегодня начинается заключительный день соревнований по фигурному катанию на чемпионате мира. И если к мужской дисциплине мы в целом должны быть равнодушны из-за того, что, к сожалению, нет у лидеров наших фигуристов, то вот танцы на льду, конечно, заставят снова понервничать. И снова подобная дисциплина будет завершающей. То есть сначала парное катание на ночь, затем женская одиночная дисциплина, и вот теперь танцы на льду. Так, конечно, можно заработать и бессонницу. Но, тем не менее, все равно здорово, что именно танцы на льду, а не мужская дисциплина, будут закрывать эти соревнования. Но, конечно, борьба обещает быть крайне напряженной, и любая ошибка, любая мелочь, особенно в таком виде фигурного катания, как танцы на льду, может существенно повлиять на конечный результат. Так что нас снова ожидает беспокойная ночь.